дело. Какая-то странная трехколенная система, которая работает через раз. Но все в порядке. Все по плану. Так и задумано. Вот, теперь можно жить. Можно жить, играть и так далее. Ладно, поехали поиграем. Нас ждет кроссовки. Ждут нас кроссовки в своем очаровании синим. В белом платье. Так сказать. В прошлый раз мы проходили... Вернее, я проходил эту замечательную, восхитительную, прекрасную пещеру, которой нужно заниматься тем, чтобы... Вернее, которую, чтобы пройти, нужно сначала решить очень странные задачки, головоломки. Неважно, что это. Но решить это надо. Решить это надо, и не решив эту херню, не получится пройти дальше. Надо сделать немножко вот так, чтобы легче игралось. Вернее, чтобы было лучше. Так вот, решить нужно было очень странные головоломки, которые из себя представляли вот такие комнатки с пробегом, которые нужно пробежать в определенном порядке, завернув за определенные кусты. В прошлый раз, к сожалению, я как-то пропустил тот момент, когда мне показывали, как именно нужно пробегать эти комнаты. Надеюсь, все старты покажут еще раз. Ура, показали. Итак, пробежать здесь, припрыгнуть налево, и здесь стоять лицом в кусты. Понятно. Трекинг пошел. Так, мне сказали перепрыгнуть сюда. Трекинг свалился. Понятно. Ладно. Лицом надо стоять вот сюда. Вот так вот. Ну, это мы сейчас попробуем. Так, трекинг пошел. Нам надо пройти здесь, обойти этот куст здесь. Прыгнуть сюда и сюда. По-моему, среди вот... Через эти надо... А, нет, не через них. Надо пройти вот через эти. Если вообще нужно проходить. Давай еще раз пробежимся, это занимает не так много времени. Правда, иногда трекинг слетает в таких моментах, когда слетать не должен. Ну, вроде бы. Вот. Делал в прошлый раз то же самое, не сработало. Тут тебе на, про канал. Опять, похоже, мы подбираемся все ближе и ближе. Да ты что? Ты врешь. Так, вот как решить... А, вот это вот мне интересно. Так, пробежать здесь, обойти этот куст. И стоять там между этих двух бамбуков. Понятно. Начинается трекинг. Мне сказали обойти этот куст вот так. Хорошо, я это сделал. Что дальше? Если я перепрыгну, отменится трекинг. Вот, и он отменяется. Очевидно, мне надо пробежать за этими кустами. Да что других путей банально нет. Мы пробегаем эти кусты так. Так. Пробегаем здесь. Ага, и он отваливается. Значит, нужно выйти здесь. Ох уж эта гадкая система со странными загадками. Раньше загадки были хотя бы прикольные. Трекинг, не отваливайся, да? Пожалуйста. А-а-а! Снизу, скотина. Ненавижу эту игру. Давай еще раз. Фу. Да в смысле отвалился? Как ты мог? Я же все правильно сделал. Скотина. Ну тут понятно, я тут мимо немножко прошел. Это нормально. Все в порядке. Так, пройти снизу. А, подожди. А может быть надо сделать вот так? Во. Должно быть это одно. Кажется, надо было просто сверху зайти. Мы сделали это, Ле. Мы так рады все. Ух. А, ну, нас ждет телепорт. Телепорт нас ждет куда-то. Думаю, это одна из финальных частей этой игры вообще. Так что 38 из 41 сундука я собрал. Сундуков, вернее. Как-то так. Как-то так. Кажется, это
Тот самый мост из начала игры. Это еще одна декорация, еще одна скрытая локация. Закрытая. Не включенная. А где мы? Зона старое укрытие. Интересно. Ну, идем глянем, что здесь. Кажется, это все-таки самое начало игры. Самая первая локация, которую мне дали пройти. Мне кажется, Сатоши упоминал неиспользованные локации внутри сапфирового разлома. Похоже, он говорил именно об этом месте. Да ты что, правда, что ли? Невероятно. Неужели он использует это место в конце? Просто для того, чтобы спрятаться от... Entertainment. Ну, как там ее? Занимающийся корпорацией этой игрой, которая занимался разработкой этой игры и ее выпуском. Так, сундуков здесь нет, поэтому ловить нам тут нечего. Можно просто смело пробегать, это все сюжетное. Бой. Да? Нет? Похоже, это место давно заброшено. Надеюсь, это не тупик. Надейся. По-моему, это уже было. А, вот все-таки бой. А-а-а, все-таки с тобой, Шизука. Ну что ж, почему бы и нет? И снова приветик. Здрасте. Смотрю, все еще дерешься. Ты что, забыла, что я тебе сказала? Нет? Я вот не помню, что я тебе говорю. Ладно, вдруг помню. Это просто великолепно. Бот настолько осознал себя, что ему уже на все наплевать. И после этого ты просто сбегаешь из тюрьмы. Снова заходишь в игровую площадку. Просто играешься с моими воспоминаниями. Как будто они твои. Кто-нибудь может уже удалить тебя наконец? А? О, как мне понравится. Как я люблю выдирать тебе голову. Как мне понравится выдирать тебе голову. А? Да что вообще это значит в этом... В этой симуляции? Если бы я только нашла машину, которая запущена, я бы с удовольствием разломал ее. Сорян? Не смей говорить, сорян. Я в курсе, почему ты здесь. Ты собираешься встретиться с ним, а я тебе этого не позволю. Почему? У тебя нет права встречаться с ним. Ты вообще существовать не должна. То, что тебе нужно сделать, это просто исчезнуть. Но раз ты не хочешь сделать сама, я тебе помогу. Я сражусь с тобой прямо здесь, прямо сейчас. Так долго, как это понадобится, чтобы ты сдалась. А-а-а, помогите! Спасите! Помогите! Вообще-то на 60 уровня, и мне не дают мои бафы пожесть, так что... Это грустно на самом деле. Зато меня лечат. Меня лечат, и мне дают хорошие плюсики. А-а-а! Ну и сбивают иногда. А, да хватит!
Лови, тварь. Нравится? Ай, хватит, 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 пожалуйста, не убивай. В смысле нокаут? Это опасный бой, что сказать. Особенно, когда она кидается всякой дребеденью. Просто они боты, у них как бы все 60 FPS, им пофигу, где ты находишься, они по-любому тебя вычислят. А мне нужно целиться, говорить и все делать одновременно. Что пипец как неприятно. У меня перегрузка, но я ее все равно нокаутировал, так что все в порядке. Все еще разогреваюсь. Электричество пошло в ход. А, у меня перегрузка, я забыл. Отвали. Черт. Лея, свалить надо из этой линии, понимаешь, что нет? Марка, 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 Марка! У нее отвалилась Марка, да? Нет? Я отъехал, черт. Ненавижу эти ПВП. Серьезно, прям ненавижу. Отвратительная вещь совершенно. Мало того, что они на танцах он крутится через полполя, я это делать не могу, потому что вот. Отстань. Ну, понятно. Я проиграл этот бой. Изначально. Ты отстанешь от меня или нет? Сигромансер ты или нет, мне плевать. Ты отъедешь в мир иной. До свидания. А на нее даже марка не повесилась. Это что за приколы? О. Все-таки отправил ее на заслуженный отдых. Дайте мне еще одну. Ну, есть. Осталось ее просто пробить разок. На. Скотина. Она еще сзади меня, кстати, была все это время. Ау. Как я ненавижу эти танцы. Крутись, сколько влезет. Паскудница. От меня ты не получишь ничего. Кроме люлей. Ну и суператаки. Ха. Нокаут. Вровень идем пока что. Но я думаю, это скоро закончится, потому что она меня сейчас догонит со своими танцами. Как же она любит танцевать. И ловить меня. Наперекор. А! Упреждение! Ай! Вот прописывать вот такие приколы. Я хотя поймаю, поймаю, поймаю. Нет! Я заряжал! Заряжал атаку, что она сказала? Почему ты все еще продолжаешься? Чертова программа. Просто оставь нас в покое уже. Что-то какая дикая. Что я тебе сделал? Женщина, вот как обычно. Тут искусственный интеллект самосознание обрел, а она тут. Оставь нас в покое, оставь нас в покое. Кто кого? А, пролетел. К сожалению. И что, это все? Похоже, ты не собираешься уходить. Готовься к еще одному избиению. Опять? Да ты издеваешься. Ты же понимаешь, что ничего хорошего из этого не выйдет. Иди сюда. Да иди сюда! Что происходит? Вот. Я ненавижу ПВП в этой игре. Наконец-то. Спасибо, что мне кто-то позвонил. Ну, вернее, ей. А?
А, не, ничего. Как ты? Что за... Ладно. Ну, в общем, нам позвонили. Можешь войти. Безустанный фрустратор. Сюда. Чё? Какого хрена? Не пойду я туда. Конечно, прикольное, но... Нет, спасибо. Что? Он ждет тебя внутри. Какого? Ну, давай глянем. Серега, это ты? Здрасте. Это оно? Это действительно случилось. Сатоши, наконец-то мы нашли тебя. Бле, ты здесь. Это значит... Он тоже с тобой, а? Ну, вроде как. Ладно. Сюда, пожалуйста. Убедимся, что он может читать число этого устройства. Можно подсоединиться, используя IDN-клиент. Ага. Просто убедись, что внимательно смотришь на числа. Пофиг. Ладно, один момент. Сатоши, я так рад снова встретиться с тобой. Ага. Давненько не виделись. Серега, это ты? Я уверен, у тебя много вопросов, но прежде чем мы продолжим, давай-ка я запущу одну маленькую программку. Какого? Ладно, давай будем держаться поближе и поговорим тихо. Это комната. За этой комнатой наблюдают. А с этим шумом вокруг нас будет проблематично услышать и записать. Ну, по крайней мере, некоторое время. Понятненько. Вот и славно. Давай-ка я... Давай сразу к делу. Серега, ты... Тебе стоит... Ты вернее, уже в курсе насчет аватаров. Лея... Тоже в курсе насчет себя, да? Ну, вроде того. Отлично. Значит, будет не так проблематично. Лея, давай Да, я сначала скажу, что ты первый рабочий аватар. Ну, за исключением маленьких технических неполадок. Ну, вроде твоего речевого модуля. Почему? Подожди. Ты можешь говорить? Частично. Я захардкодил парочку слов в ее модуль. О, я даже не рассмотрел такой вариант. Ты всегда можешь... Ты всегда удивлял меня, Серега. Ничего. Ничего особенного, продолжай. А, точно. Давай расскажу, что случилось после Готэма. Сузуки и... После того, как я ушел из Инстатеймент. Бесчетное количество попыток мы... пытались убедить Инстатеймент, но безуспешно, чтобы поддержать наше исследование. Это было... безнадежно к тому моменту, когда мы встретились. Мистер Бенедикт Сидвелл. Это имя... По крайней мере, так он себя называл. Мы никогда не встречались с ним лично, и... Говорил он о себе немногое. Но все-таки он верил в наше видение и предложил нам поддержку. И с его помощью мы смогли продолжить исследование аватаров. Он спонсировал все наши потребности, техническое оборудование, конфиденциальность и всякое такое. Тестовое окружение с игровой площадкой. Мы использовали его, чтобы продолжить наше исследование внутри Crossworld. The Diamond никогда не была замешана в этом. До этого дня... Он не говорил, как он сделал это.
Все началось, вернее, это началось внутри маленькой зоны сапфирового разлома. В всяком случае, со временем мы осознали, что больше игровая зона требуется для более эффективных исследований. И так мы перешли в зараженные пустоши. Отрезанную зону игровой площадки мистер Сайдвелл позволил нам заниматься там исследованием. Мы прозвали ее Эватар Граунд. Новая локация не была не выглядела особо забавно, но помогала нам с нашими исследованиями. Много времени это не заняло. Наш первый Майлстоун, ну, наше первое огромное достижение было разработано именно там. И первый аватар. Аватар. Наш первый аватар Лея родилась из аватара Шизуки. Но тогда мы не предполагали, что все так пойдет. Пройдет. Мы достигли такого огромного прогресса, это было прекрасно. Последующие прототипы имели, вернее, не имели, а доказали свою работоспособность практически. Какая-то наркомания. Но тогда встал вопрос, что именно мы делаем с этими аватарами? Пока шло время, мистер Сайдвелл попросил нас добавить несколько дополнительных фич. Он просил, спрашивал, как именно мы смогли извлечь воспоминания из аватара. Воспоминания оригинального игрока Хэнс. Его оригинальный... Его настоящие планы... Тогда но его настоящие планы стали ясны для нас. Он собирался заставить нас разрабатывать систему, которая собирает информацию о игроках из Crossworld. Чего удивительного. Метод работал на любом игроке Crossworld. Сначала мы применили кастомный код, самописный, который написали сами, к целевому игроку, переписывая оригинал. Затем просто небольшая обучающая фаза, мы смогли отцепить их. Делали копию. И тогда модифицированный кросс-код смог запуститься автономно. То есть сделали код, ну копию, и получили игрока. И тогда родился Эвотар. Чтобы получить память... Целиком аватару нужно потратить некоторое время внутри Аватарграунда. И как только они это сделают, мы собирали инфу. И просто выкачивали их память. Ну, конечно, ты можешь интерогейт недолюбливать любого другого человека. С виртуальной... Без виртуальных ограничений. Да-да-да. Метод, в общем, работал. Мы собрали большое количество информации, держали ее в секрете, не оставляя следов. Конечно, когда мы открыли настоящие планы нашего работодателя, мы начали протестовать. Мы никогда... Не вовлекали аватаров. Мы никогда не хотели использовать аватаров в таком странном проекте. Были готовы бросить все, но было слишком поздно. Мы нарушили несколько соглашений с нашим бывшим работодателем. И именно поэтому мы не могли ничего сказать властям. И даже тогда мы были обязаны делать
то, что он говорит. Мистер Сайдвелл, это самое, шантажировал нас, чтобы заставить работать на него. Его намерения были ясны. Если кто-нибудь из нас попробует уйти или всякое такое, то нам хана. Ну, как-то так. То есть, ты имеешь... Ну, для меня это не важно. Ты имеешь в виду твое сердечное заболевание? Пожалуйста, не говори мне, что... Сорян. Сатоши, с которым ты был знаком, умер 2 года назад. А то, что стоит перед тобой, это аватар Сатоши. Да. Я сам создал собственную копию, как предлагал мистер Сайдвелл, так что я смог продолжить работать на него. Взамен мне нужна была... Я требовал отпустить Шизуку. Я был наивен, что полагал, что он выполнит свою часть сделки. Невероятно. Да нормально. Да ладно тебе, Серега. Ничего страшного. С болезнью все было, почти ничего не сделалось. Оставив аватаром... Кстати, аватаром это была одна из многочисленных опций для меня, чтобы остаться в этом мире. Нужно поменять комнату. Иначе маскировка отвалится. Следуй за мной. Опять мне ходить. За вами. Подожди секунду, я тут поищу что-нибудь. Нет, пусто. Жаль. А почитать можно? Да что ж такое? Сюжетец не дает мне сюжет. Система извлечения информации из игроков. Невероятно. Да пофиг. Включай свою маскировку. Ломает атмосферу, да? Ну, нам... Мы здесь не для того, чтобы приятно проводить время, Шизука. Так, ты аватар, значит, да? А ты можешь свободно перемещаться по игровой площадке? Нет. Мне нужно оставаться в этом здании. И именно поэтому... Никто ничего не говорил о том, что случилось снаружи. А ты в курсе, что Лея была в Вандерграунде снова, недавно? Я подозревал это, исходя из некоторых протоколов, к которым я получил доступ. Я полагаю, они пытались затащить Лею обратно. Ага. И однажды она была там с кем-то. И как-то раз они смогли даже эффективно отследить наше соединение. Они почти достали меня. Это значит, Сайдвелл уже целиком в курсе о твоих действиях. Это немножко нехорошо. Как ли я выяснил правду о себе? А ты не в курсе? Она посетила... Твоя маленькая сестра... нас навестила недавно. Да? Она поссорилась с Леей из-за правды о них обоих. Только не опять. А в чем проблема? Я просто сказал ей, как есть, всю правду. Ты же в курсе о последствиях, которые могли произойти. Ладно. Но ничего в этом страшного нет. Я рад, что Лея осталась сильной, достаточно сильной, чтобы перебороть это и вернуться в строй. Да-да, поздравляю, Лея. Очень горды тобой. Шизука, прекрати вести себя как ребенок. Сорян? Ты никогда не просил меня? Ты никогда не прекращал вести себя как Врик? Только когда заботился о своей маленькой искусственной сестре. Ты хорош уже. Я в курсе, что у тебя проблемы с Леей, но... Все-таки оставь их при себе. Она один из наших лучших шансов выбраться из этой заварухи. Для обоих.
Что? О чем ты? Это значит, благодаря ее, благодаря ей мы связались с Серегой. Но не только. Она единственная, кто может достигнуть сервера аватаров. О, как. А почему ты мне об этом не говорил? Я не мог поделиться этим с тобой или с кем-то еще. За нами наблюдали, и это могло быть достаточно опасно для нашего клана. Ну, в общем, Серега и Лея, с помощью Сереги и Леи мы сможем наконец-то добраться до сервера и выбраться отсюда. Вытащить всех. Ты, я, может быть, Готэм. А, кстати, а чего у них с немцем? Сервер аватаров. Это хост для всех аватаров, кроме Леи. Он располагается внутри игровой площадки. Внутри плейграунда. Где-то в каком-то из данжей. Доступ очень ограничен. Только аватары с ключом доступа могут пойти и войти туда. И не вызвать самоуничтожение комплекса. Удаленный администратор отключает... Что? Администратор? Наркомания какая-то. В общем, удаленный администратор вырубает что-то с одной команды, удалить все данные. Трамп-карт. Смешно. Это визитная карточка Сайбера. До сервера невозможно добраться, мы пытались... Даже если мы попытаемся, он может вайпнуть всю инфу в любое время. Так что существование почти всех аватаров под угрозой, включая меня. Для Шизуки Готэма может быть небольшой шанс избежать последствий. Но для меня... Но не для меня. Во всяком случае, Лея здесь, так что планы поменялись. Так. А, потому что она может получить доступ... Ну, ключ доступа. Если она сможет получить ключ доступа... Да-да-да. Я молодец. В общем, она сможет получить ключ доступа и добраться до сервера аватаров. Подожди, что? Почему ли... Должна это делать. Уже так много людей. Потому что я обманул Сайдвелла. Сказав, что дал его ей. Что? Я вызвал... Malfunction. Ну... Что вроде повреждений аватара Леи. Я сказал Сайдвеллу, что это лучший шанс починить... чтобы не втыкаться в сервер. Пока Лея была присоединена. И мне не разрешено получать доступ к серверу. Но он выдал ей ключ и подрубил ее, понимаю, да? Как компромисс, я убедил Сайдвелла пойти в сервер вместе с Леей. К серверу вернее. Он попытался решить все сам, а я удаленно помогал. И благодаря этому Лея получила ключ доступа. Но, несмотря на его ожидания, я сказал ему, что эту проблему нельзя решить. Нельзя фиксануть, нельзя починить. И как последний... Попытка Лея была перемещена на мой личный сервер разработки. Ну, на мой личный сервер. И похоже, что она сломалась. Не зря. Мне было приказано удалить ее, вместо этого я... скрытно вернул ее обратно на официальный игровой сервер. Спрятанный... внутри маленькой
поврежденной базы данных. Это делал наш старый коллега. Мог заметить. Ему могли приказать посмотреть. Ну, проверить. Такой раз. Это больно переводить такую херню. Честно говоря. Иногда бывает. А, да, да, точно. Это. Эти данные были повреждены. Что за херня? Нужно было убедиться, что это просто. Что. Никто угодно сможет починить это. И оно сработало. То есть Лео закрыли на серваке, который смог починить только Серега. Честно говоря, заняло довольно много времени, но вот он ты. Ты получил мое сообщение и нашел меня. И теперь нам нужно выяснить, как Лея смогла попасть на сервер аватаров, прежде чем Сайдул. Теперь нам нужно решить, как Лея сможет попасть на сервер аватаров, прежде чем Сайдул сотрет все данные. И я, у меня уже есть несколько планов на этот счет, которые нужно обсудить с тобой лично, Серега. Конечно. Уже нам надо ливать, да? Давайте переместимся в предыдущую комнату. Эй. Ура. А тут нет никаких данных. Ничего такого. Штампа не искал, кстати. Вообще ни одного, по-моему, нашел. Нет, один находил. В камне где-то замыкан был. Отсюда, Серега, я... Что? Погрузимся в технические детали. Вам двоим, возможно, не стоит слоняться вместе. Может, проведете... А, подожди, что? А, вам двоим, возможно, не захочется слушать это, поэтому, может быть, вы пока поиграете вместе, поболтаете. Она не может говорить. А, точно. Ну, ты в курсе, что я имел в виду. А мне правда нужно? Пожалуйста, сеструха, выручай. Ладно. Ладно. Так что нам делать? Честно говоря, ничего интересного в этом здании нет. Вообще ненавижу это место. Давай просто выйдем наружу. Пошли. Ай, нахрен иди. Я пойду лучше с ними поболтаю. Что? Что, не хочешь поиграть с Шизукой на улице? Я уверен, что технические детали для тебя не особо интересны. Эй! Охренел? Вообще-то интересно. Ну ладно, пошли поиграем с тобой. А почему у нас такие разные прически и... ободки и лица? Ну, шрам шрамом, хрен с ним, понятно. А почему носы-то разные? Рот. Даже шея. Ладно, не важно. Эта зона так ограничена. Развернуться негде. Но все-таки вон там есть маленькая точка. Неплохой вид на озеро. Вон там. Пошли-ка, сходим туда. Что ты, утопить меня хочешь? Зараза. Может, лучше мы с тобой помахаемся, пока они там развлекаются? Неплохой вид, да? Во всяком случае, лучше, чем зараженные пустоши. Давай присядем, что ли? И помолчим. Так какие именно ты слова можешь говорить? Привет, пока, Лея. Как, почему? Подожди, сорян. И только... наверное, хреново. Еще эти рожки. Эй! Что, тоже их ненавидишь? Они ужасные, не правда ли? Что тебе не нравится в этих рогах? Классная штука. То, что произошло, это какая-то наркоманская шутка. Я предложила... что? Я объясняла, что эти рога не подходят сферомантерам в дизайне, но... Конечно, кто меня послушал. Однажды Серега подарил их мне. Очень смешно. И тогда они всегда
когда я логинилась, они всегда появлялись в моем эквипе. Наркоманы. И теперь ты с ними. Постоянно. Сорян. Почему? За что? Не спрашивай меня. Я этого не хотела. Ну, по крайней мере. Они отвлекают внимание от твоего шрама на лице. А, нет, по крайней мере, они оставили шрам тебе на лице. Шрам — это прикольно. Похоже, у нас обеих одинаковый вкус. Ну, в этом есть смысл. Вы поцелуетесь чуть-чуть. Что такое? Ты пропустила хреновую часть моей жизни. Тебе не пришлось... смотреть, как твой брат умирает прямо перед тобой. И... ну и всю грязь этой ситуации. Они просто держали меня в комнате постоянно. Заботились о тебе. Сорян. Да заткнись ты. Что? Извиняйся. Если честно, это вообще не твоя вина. Если... вообще, это мне стоит извиниться. Из-за того, что произошло с тобой. Вся эта ситуация... продолжается уже очень давно. Ну что еще остается делать? Как долго я смогу терпеть это? А ты нырни. В воду все равно нельзя провалиться. Прекрати. Что? Как ты можешь быть такой после всего, что я сделала? Что? Слишком рано. Все эти прикосновения. Они ничто для меня. Бабы. Все, поболтали. Аллилуйя. Можно продолжать. Здрасте. Вы двое закончили тут? Ну, почти. Осталось еще пару вещей. Шизука, как Готэм... как там Готэм справляется? Ну, он особо много не говорит о себе. Он занят дизайном уровней и летанием вокруг в его красивом аватаре. Кажется, он довольно занят. Готэм, это может быть специально... Что? До него может быть особенно трудно добраться. Мы вообще-то встретили его на Эвадерграунде. Когда мы его видели, он выглядел целиком. Когда мы его видели, он физически располагался на игровой площадке. Вообще, это тот случай. Это то, что мы ищем. Похоже на то. Походу, как-то Сейдвелл убедил его сделать это. Зайти внутрь. Легче держать его под контролем. Под контролем. Под контролем таким путем. Ну и Готэм был всегда... Готэму всегда нравилось создавать собственные миры. Ну, это подходит под его описание. Думаю, он потерял смысл, причину делать. Он застрял в мире фэнтези, играя в маленького бога. Это синий аватар с оранжевой одеждой? Ага, это он. Это неожиданно. Он действовал как другой персонаж. В этом и суть. В таком случае нам стоит попробовать выяснить, на нашей ли он стороне или нет. Шизука, можешь попробовать поговорить с ним, что ли, насчет об этом? Ну, о том, что произошло. Я могу попытаться. Отлично. Вот и славно. Я думаю, мы выяснили ситуацию, и теперь нам есть чем заняться. Давайте приготовимся и пойдем воевать. Если у тебя остались вопросы, можешь задать их сейчас. Я рад, что мы встретились. Ага. Еще кое-что. Что?
Глядя на то, что Сайдвал сделал, я уверен, что он, что у него есть особые способы отследить нас. Так что будь осторожен в своих действиях и вовлекай вот других игроков. Ага. Я уже подозревал насчет этого. Ну, это. Вот и славно. Пока и увидимся, ага. Берегите себя, пока-пока. Тебе тоже. Как они любят говорить пока постоянно. Странно даже как. Фу. Что ж, это было забавно. Так что дальше? А, точно. Нам нужно направляться обратно в восточную часть Сапфирового разлома. Если конкретно, то в старый тренировочный зал, где ты сражалась, чтобы получить метеоритный оттенок. Похоже, Сатоши говорил, что именно там вход в площадку. В Waterground. Надо взглянуть на это поближе. Можешь использовать телепорт, чтобы быстрее добраться до тренировочного зала. Ей! К слову, где-то... Где-то здесь. Была специальная локация, которую я так и не открыл. Вот она. И что с ней делать, тоже остается загадкой, потому что вот горит что-то странное. Что мне именно надо сделать? Что хочет от меня игра? Скажите мне. Кто-нибудь. Могу сделать так. Круто, круто. Могу еще вот так сделать. Эй. Но смысла в этом как бы мало. Обсерваторию нужно как-то открыть. Но что хочет от меня игра? Тут вообще меч сломанный. Может, нужна какая-то определенная шмотка? Это вот какая-то книжка. Это, очевидно, какая-то книжка. Вот тут вообще какая-то ваза. Это шар. Что вот это вот, мне интересно. Это меч. Видимо, нужно собрать какие-то элементы эквипа специальные. Чтобы туда попасть. Я собрал какую-то книжку, да? Эквип. Нет, инвентарь. Инвентарь, ключевые предметы. Видимо, нужна какая-то книжка, которую я так и не нашел. Ну и наоборот. Книжка, которую я уже нашел, и остальные предметы. Тогда откроется обсерватория. Но какой там смысл? Надо будет побольше об этом почитать. С другой стороны, можно попробовать пойти собрать. Вот, например, тебя. Конечно. Давай поиграем. Отлично. Сидрона. Да-да. И вот больше никого нельзя призвать. Вот вы двое. Вот что мне с этим делать? Не подскажете? Нет? Сюда, может, там. Что-нибудь такое? Нет? Ничего такого? Сюда? Может быть, просто может быть, нужно решить какие-то определенные головоломки или собрать сундуки, или там еще что-то. Хрен его, я не пробовал. Так, тусовка, разбегайтесь. Ага, пока. Эй, а это что такое? О-о-о! И можно позвонить. Привет. Привет, Лея. Похоже, нам обоим нечего сказать. Обеим. Я полагаю, мне стоит поговорить тебя, что ты... Поблагодарить тебя, что ты привела к нам Серегу. Да, и надеяться, что мы сможем найти путь этот... Выход из этой ситуации. Ага. Все? Шнайдер! Оффлайн, кстати. Багги. Или кто? Привет. А, черт, не придумал шутку на сегодня. Кстати, похоже, Альберт сегодня в хорошем настроении. Он был немножко подозрительный, когда с ним говорил ранее. А что произошло?
Можешь не рассказывать мне детали. Да пофиг. Как открыть эту херню? Разберусь с ним позже. Пока пойду проходить основной сюжет. Нет, не пойду я проходить основной сюжет, 40 минут уже прошло. Сюда мне заходить нет, зачем-то вообще загадок никаких нет. Ну, в общем, как-то так. Позже разберемся с обсерваторией и еще с одной секретной локацией. И пойдем по сюжету дальше. Ну, пока как-то так.